А пока чиновники обогащаются, комитет Рады решил проверить доходы работников СМИ и обязать их подавать электронные декларации. Сегодня такую поправку в закон Украины о предотвращении и противодействии коррупции внесла нардеп от Народного фронта Татьяна Черновол. Ее инициатива касается владельцев масс-медиа, редакторов и сотрудников. 11 членов комитета из 19 поправку поддержали. К слову, во время заседания между нардепами то и дело возникали недоразумения. Они сами-то не понимали, за что голосуют. Комунікатор між громадянським суспільством і владою повинен бути чистим, чесним і прозорим. І цю прозорність повинні аналізувати всі громадяни України. І тому я вважаю, що редактор видань, власники видань також повинні подавати електронні декларації, щоб ми бачили, що у нас антикорупція скрізь. Глава комитета Егор Соболев позже пояснил, хотя депутаты поправку поддержали, он будет рекомендовать Раде ее отклонить. И тем не менее она принята. Эксперты сразу же задались вопросом, откуда столь дружное единодушие парламентариев и в чем вообще смысл инициативы Черновол, нардепа от Народного фронта. В этом они усмотрели попытку отвлечь внимание детектива в НАБУ от деклараций ее одиозных однопартийцев. Сотрудникам СМИ как раз незачем скрывать доходы, а вот происхождение миллионов, к примеру, Авакова и Пашинского, до сих пор никто не объяснил.